Заставить задумчивых людей улыбнуться – главная цель акции. Поэтому здесь кому-то дарят шарик, кому-то дарят сладость. Здравствуйте, улыбайтесь чаще, ведь это вам так идет. Спасибо. А кому-то дарят флажок. Организатором акции «Улыбайтесь чаще» стала участница республиканского проекта «Кадровый резерв». Каждому активисту проекта необходимо провести социальную акцию. Гульнас Минкина выбрала именно эту идею. То есть люди очень мало улыбаются, хотя мы являемся сейчас туристическим центром, мы являемся лицом Казани. Да? Я хочу видеть людей, которые изначально агрессивно не настроены, которые с хорошим настроением, которые уступают место всегда в общественном транспорте. Участников всего 13, самого разного возраста. Школьники, студенты и взрослые. У каждого задача одна – призвать улыбнуться. Среди активистов и студент из Мексики. Делятся настроением, рассказами о родине и советами. А просто дома надо грустить, а не на улице, когда все тебя видят. Поэтому всегда показываешь, что у тебя всегда хорошее настроение. В результате как прохожие, так и сами участники обрели хорошее настроение, искреннюю улыбку и приятные впечатления. Диана Интимирова, Руслан Уразаев, Универньюз.